Выборы. Выборы. В это воскресенье, 13 сентября, пройдут выборы президента Республики Татарстан. Однако в этом году из-за сложной ситуации с коронавирусом правила голосования немного изменились. Вернее, будет сказать, изменились дни, когда можно будет прийти и отдать свой голос. Чтобы не допустить огромного скопления людей в одном месте, было принято решение растянуть дни голосования на 3 дня, с 11 по 13 сентября. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров также исполнил свой гражданский долг. 11 сентября он прибыл на избирательный участок по своему месту жительства, бросив бюллетень в урну за кандидата, которого посчитал нужным. Вот самый первый день я пришел и отдал свой голос за тех кандидатов, кого считаю более достойными представителями нашего народа в тех или иных уровнях власти. Избирательный участок номер 57, на который приехал ректор КФУ, находится в Казанской кадетской школе. При входе обязательное наличие масок и перчаток, а также замер температуры. В самом зале для голосования также соблюдаются меры предосторожности. Маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. К слову, ректор Ильшат Гафуров призвал всех сотрудников и студентов вуза сходить и отдать свой голос. Неважно за какого кандидата, подчеркнув, что это решение повлияет как на жизнь республики, так и на судьбу каждого ее жителя. Как бы вы ни относились к выборному процессу, хочу сказать, что надо всегда приходить и отдавать свой голос. И помнить, что неотданный голос ваш – это нереализованные ваши амбиции. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.